Привет! Сегодня я научу тебя варить мыло самостоятельно в домашних условиях. Для этого тебе понадобится прежде всего мыльная основа. Она бывает нескольких видов, но у меня самая простая, самая обычная, без каких-либо особенностей и дополнительных функций. Ее можно купить в специальном магазине для мыловарения или же для творчества, где повезет найти. Второе, что тебе необходимо, это то, чем ты будешь наполнять свое мыло. Это могут быть цветочки из чайного магазина, которые также съедобны, кстати, либо же какие-либо блестки. Переходим к третьему пункту, это опять же цвет. Ты можешь использовать цветы, либо же купить специальные красители. Они бывают жидкие, либо же ты можешь использовать пищевые красители. Четвертое, чтобы добавить запах, я использую эфирные масла. Их можно купить в аптеке, их там огромное множество. Кроме того, можно использовать специальные одушки, которые также идут в наборах. Выбирай то, что тебе по душе. Чтобы сделать мыло, нам нужно разделить от большой мыльной основы маленькие кусочки, чтобы они легче смогли расплавиться. Поэтому я просто нарезаю их произвольным образом, раскладываем это все и отправляем в микроволновку до тех пор, пока мыло не превратится в жижу. Можно заранее распределить по формочкам наши масла для запаха и цвета, каким образом мы хотим их получить, либо же смешать все в стакане и залить уже готовую смесь. Да, кстати, формочки тоже бывают разные, бывают силиконовые. С силиконовых формочек легче доставать готовое мыло. Еще есть пластиковый вариант, пластмассовые. Они более интересные, но из них доставать проблематичнее. В общем, заливаем горячее мыло по формам. И все. Остается только дать остыть. Когда оно затвердеет, можно доставать и использовать. Надеюсь, тебе было полезно и интересно. На связи был молодежный центр «Зеркало». Спасибо за просмотр.